Наконец-то выходной. Помой посуду. Закинь стирку носки. Помой полы. Вытри пыль. Погуляй с собакой. У нас нет собаки. Ну тогда в магазин сходи. А это никак не подождет? У меня единственный выходной. Нет. Ты еще долго? Да тут в магазине очередь. Буду через часа два. Минимум. Мне холодно. Мне жарко. Холодно. А супчик сваришь? Ты опоздал. Таблеточку. Сопли текут. Принеси новые салфетки. Чай хочу, зеленый хочу, с молоком хочу. Сегодня совсем за мной не ухаживаешь, хотя бы поцеловал бы. Нашел время приставать. Горлышко попшикай. Может, ты сама? В смысле сама? Мороженку можно? Ты же болеешь. Ты что, меня не любишь? Иди-ка ты нахрен отсюда, придешь, когда выздоровеешь. А таблеточки? Здравствуйте, я пришла к вам на собеседование по объявлению. Ну, у вас должно быть минимум удовольствия образования, желательно экономическое и юридическое. Также знание атомной и молекулярной биофизики, конечно же. Ну и минимум 4 языка, включая английский, китайский, немецкий. А должность уборщицы? Ну да. Девушка, а вы умеете говорить? Да. Вы приняты. Зарплата от 120 тысяч рублей в неделю. График выбирается индивидуально под вас. Каждые полгода отпуск в Италии. Оплачивается все, конечно же, компанией. Для оформления ничего не нужно, только паспорт. И вот здесь, пожалуйста, распишитесь. И один вопрос. У вас две почки или одна? Мы вам обязательно перезвоним. Что вам? Я по объявлению. Вам же требуются сотрудники. Ну да, а что, не видно? А какие у вас условия? Нормальные у нас условия. А зарплата? Вы сюда работать пришли, только бабки грести. Вы нам не подходите. Короче, мне нужна секретутка, проститутка, секретарша. Главное, чтобы сиськи и жопа. Зачем? Я болею, у меня голоса нет. Перезвони потом. Когда? Никогда. Я в душе. Я в туалете. Я в метро еду. Соседи ремонт делают. А, вы не туда попали. Снежан, я знаю, что это ты. У меня дома все спят. Чё? Спят, говорю. Ты же живешь одна. Ну, я сплю. 4 часа дня. Я не хочу с тобой говорить. Пошел нахер! Сбросить звонок, поставить на беззвучный режим, режим не беспокоить, режим в самолете, выключить телефон, утилизировать. У моей подруги скоро день рождения, и я не знаю, что ей подарить. Нет, это все не то. Либо слишком дорого, либо слишком тупо, либо слишком банально, либо это у нее уже есть. Придумала. Алло, слушай, я скорее всего на день рождения не приду. Да денег на подарок нет, а без подарка приходить как-то некрасиво. Да хрен с ним, с этим подарком. Приходи без него, ведь главное это твое присутствие. Сегодня первый день учебы, и я опаздываю. Мам, ну я в школу пошла. Мам! Ты чё, дебилка? Тебе 23 года. Ты школу 5 лет назад закончила. И вообще, ты живешь одна. То есть, мне сейчас никуда не нужно? Стоп, а кто это сейчас все говорил? Да не важно. Так я же опоздаю на работу. Я же безработная. Слухай, а ты чё вечно с распущенными волосами ходишь? Как лохудра, ей-богу. Фу, хоть раз хвостик бы сделала.
хвостик, он мне вообще не идет. Я с ним как лысая. Это ж просто хвостик, зато волосы никуда не лезут. Сделала и пошла. Серьезно? Ты сама напросилась. Ну как? Нравится? Красота, да? Привет, любимая. Привет. Как у тебя дела? Да нормально все. Только обещай не ругаться. Антон сегодня приезжал. Долго очень просил. Я не смогла отказать и дала ему. В долг 10 тысяч. В долг ему дала. Чего? Wi-Fi! Девять Wi-Fi роутер! Да как ты могла, проститутка, я тебя бросаю, все кончено. Не зря уже полгода изменяю тебе с Ленкой, подругой твоей. Алло, родная, привет. В Москве шикарно, знаешь, никаких проблем абсолютно. Работы здесь куча, деньги лопаты просто гребут. Квартиру взяла с новым евроремонтом. Живу я почему-то от Красной площади. Подожди секундочку, Стасик. Алло, собираюсь машину взять себе. Какой кредит ты издеваешься? Конечно же, наличка. О, Хавчик подъехал. Привет, Снеж, ты что ли? Здорово, я. Чё? Ты же вроде в Москву собиралась. Ну вот, живу вроде норм, а чё? Ну это же Балашиха. Чё ты сказал? Не, ну здесь вообще в принципе нормально. Работы, правда. Пи***ец нет. А оно мне зачем? За хату платить не надо. Как-то всё скучно и однообразно. Надо покрасить волосы. Так, нужно позвонить в салон, чтобы записаться к парикмахеру. Зачем тратить лишние деньги? Я и сама справлюсь. Инструкция мне, конечно же, не нужна. Это все смешать? И все! Дерьмо. Что бы такого выложить в Инстаграм? Мне срочно нужна фотка, типа я правильно питаюсь. Твои губы в огне, ты горишь из дне, леди Блако Чоколадо. Каждый под столбе плывет по тебе. Хэштег ПП, хэштег здоровая еда, правильное питание. Опять эта простуда. Да никто не заметит. Фу. Что за хрень у нее на губе такая стрёмная? Лучше на улице ей не выходить. А сиськи? Где ее сиськи? Полоскодонка. Еще и волосы длинные отрастила, они у нее как солома. Нет, вы видели ее широкие, огромные брови. Еще и форма такой дурацкой. И губёшки у нее такие тоненькие, мерзкие. Фу.